Всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия, и сегодня мы с вами поиграем в Temple Run. Ух ты, ежедневный приз, посмотрим, что же нам попалось. Один кристалл. А далее мы с вами выберем персонажа, которым сегодня сыграем, и это будет Имхотеп. Мы его, кстати, недавно открыли. Только сменим ему головной убор. Вот этот головной убор ему подходит, по-моему, намного лучше. Небольшая разминка для Имхотепа и наших пальцев. Собрали немножко привидений. По-моему, это все-таки привидение. Да, так и есть. Отлично. Люблю такие плюшки, как магнит. Не нужно отвлекаться ни на что, помимо прохождения дистанции. Ребята, эта игра мне, конечно же, нравится, но, к сожалению, она сложновата. Я даже не знаю, продержаться на дистанции 10 минут без ошибки у меня не получается. Надеюсь, нам сегодня удастся посмотреть все дополнительные локации, которые здесь находятся. Это основная локация, еще одна локация – это лес. По идее, должна быть еще водная локация, а также пещеры. Отлично, можно ускориться. И уж тогда нам не страшны любые препятствия. Но действует, к сожалению, эта плюшка не очень долго. Прошли 3000 метров. Надеюсь, что в сегодняшней игре нам удастся пройти хотя бы километров 10. Да, постепенно скорость увеличивается. Отлично, ускорение. И после этого мы сразу же сможем активировать еще одно ускорение. Что мы и делаем. Только вот при такой скорости я не смог подобрать сундук. Еще одна метка в 5 километров. Отлично, еще один приз. Едва заполняется шкала и есть возможность активировать ускорение, я это делаю. Хотя я немножко сомневаюсь, что поспешил. Да, сложновато. А давайте-ка мы оживим нашего героя и продолжим забег. Плюс 500 монеток, хотя я бы, наверное, захотел, чтобы было, скорее всего, ускорение, либо защита. Но и 500 монеток тоже неплохо. Отлично, прошли этот полигон с препятствиями. Кристалл подобрать, к сожалению, не успел, но зато заполнилась шкала, и мы снова смогли активировать ускорение. И снова этот полигон с препятствиями. У нас на пятках висит огромный зверь. О, главное от него вовремя сбежать. Отлично, он от нас отстал. Шкала для рывка заполнена, но активировать мы ее не спешим. А вот теперь можно и активировать. И снова не удалось подобрать сундук. А вот и еще одна локация, это пещеры. Вагонеткой нужно управлять с помощью своего веса. Еще один приз, который мы откроем после финиша.
Отлично, подобрали магнит. Рывок. Одиннадцать тысяч метров. Отлично. Может и на рекорд замахнемся. Более 2 миллионов баллов. Отличный результат. Этот полигон постоянно попадается не вовремя. Ну, по-моему, нам повезло. Только спало ускорение, мы его снова активировали. Отлично, теперь прокатимся еще и на водных горках. Эта локация, конечно же, полегче, нежели остальные локации, но здесь также хватает препятствий. Пятнадцать километров преодолели. Только заканчивается водная горка, мы сразу же активируем рывок. Скорость такая, что я едва успеваю реагировать. Еще один сход с дистанции, но в этот раз оживлять имхотепа мы не будем, а посмотрим, какие же призы нам достались. 250 монет, плюс еще 1000 монет. Флора итем. Смотрим далее. Фауна итем. И реликт итем какой-то. Да, очень много различных призов, но новый рекорд мы не установили. Ребята, на этом буду заканчивать. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч. И если вам понравилось видео, ставьте лайки.